Лития и митинг в День памяти жертв политических репрессий прошли в столице Коми. Почтить тех, кто был осужден и расстрелян по сфабрикованным обвинениям, пришли свидетели ужасных событий прошлого и родственники погибших. В результате резкой смены государственной власти в 1917 году в жизни страны произошли большие перемены. Они во многом были сопряжены со страданиями и смертью миллионов людей. Большинство населения, не подходящее под прокрустово ложе новой власти по различным признакам, пострадало невинно, отбывая сроки в лагерях для политических заключенных. Многие из них были приговорены к расстрелу. Кого-то репрессировали просто за то, что он участник священной дружины. Что это, тоже не было понятно. Или, скажем, что это общество трезвости, только потому, что оно было организовано при царской России и так далее. Совершенно необъяснимо, не подлежащее здравому смыслу и логике вот такая формулировка, когда приговаривали к смертной казни. Пусть это никогда не повторится, и наши молитвы, и наша память будут хорошим щитом от таких нападков, от таких репрессий в дальнейшем. И Божие вам всем благословение, храни Господь. Архиепископ Петерим совершил панихиду у мемориала памяти жертвам политических репрессий, молитвенно вспоминая всех пострадавших в те годы людей и их семьи. Зачастую это были честные и талантливые граждане, которые являлись светом нации.